Всем большой-большой привет. Мы с вами находимся в городе в Санкт-Петербурге в такое, так скажем, непростое время. Будем вам показывать, что у нас в городе есть интересного, дабы вы не грустили, настроились на позитив. Все будет хорошо. Сейчас мы находимся у Спасо-Преображенского собора, который находится у метро Чернышевская в центре Санкт-Петербурга. Сейчас он находится на реконструкции. Его не посмотреть, не знаю, надолго ли это. И очень хочу вам показать сад, который называется «Сад дружбы». Мы дойдем до Литейного, 15, вы посмотрите.